саженцы астранция и крупной астранция заинтересуют садоводов, желающих получить неприхотливый и долго цветущий многолетник. Растения образуют пышные куртины из ажурных перистых листьев и цветоносов высотой от 60 до 90 см. Крупные, похожие на махровые звездочки, яркие цветки распускаются на стеблях все лето. Культура зимостойка, почти не поражается болезнями и вредителями, хорошо размножается делением куста. Астранция или звездовка прекрасно смотрится в компании астильбы, барвинка, лесной герани, бегония, колокольчика, дополняя цветник в кружевной тени. Уместно ее высадить в приствольном круге деревьев и крупных кустарников. Астранция крупная – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, миксбордеров, газонов. Астранция прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола астранция крупная можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания астранции и прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает астранция крупная в месяц август-сентябрь. Интересные цветы астранция могут быть до 5 см. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что астранция крупная, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.